Иди, 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 куда ты там шла? Иди. Да. Тебя никто не держит, я тебе даже, хочешь, билет оплачу. Куда ты там поедешь? Все, всех посмотрела, кто там есть. Да? Как же тебя показать? Лучше. Так свет падает. Моя девочка сладкая. Что там интересного? Доброе-доброе утречко, дорогие наши зрители. Любимые наши зрители, уважаемые наши зрители. Доброго дня, у кого уже день. Традиционное поздравление от папы Валеры и от Ники с днем рождения. Желаю вам прекраснейшего дня. Вчера кто, у кого был день рождения, они, наверное, ждали сегодняшнего дня, да, что их наступит этот день, и мы скажем, пожелаем здоровья, пожелаем счастья, пожелаем любви, пожелаем достатка в семье, пожелаем, чтобы вы были счастливы и улыбки на ваших лицах не сходили. А еще сегодня, ну, чтобы другие не обижались, я вам желаю, чтобы у вас была такая же забота, опека, любовь от ваших близких, как, может быть, мы проявляем здесь, в нашей семье, друг к другу, и также вот к этой малышке нашей. Вот к этим эльфовским ушкам. Да, поговори, мне еще поговори. А также, уважаемые именинники, примите поздравления также с вашим праздником, с вашими именинами. Да. Я почитал, оказывается, у Михаила в году именин, у имени Михаила. Знаете сколько? Много. Уже не помню, но много. Ну и у других имен, конечно же, есть много праздников. Вот. Поэтому, именинники, вас также с днем рождения. Любви, счастья вам, здоровья. Да? А еще сейчас мы запишем видео, пойдем ловить верблюда. Она вот уже палочки приготовила. Для чего, не знаю. Может быть, чтобы как-то... Потому что сегодня, оказывается, есть день верблюда такой. Да. А еще сегодня прикольный праздник такой. День подмигивания кошкам. Поэтому ты будешь моргать? Милки там, Баксу. Будешь? Ты моя девочка. Подмигните вашим кошечкам и скажите всем привет. Так. Или вот так как-нибудь. А еще, уважаемые зрители, сегодня день памяти и скорби, начало Великой Отечественной войны. Ну, это, может, закроем ей ушки, чтобы она не слышала. Ну, на самом деле, что я хотел сказать по этому поводу. Вчера у нас был день молитвы, и кто-то вчера в комментариях написал, что сегодня именно такой день, и сегодня тоже будет молиться за мир во всем мире. Давайте обратим реально наши взоры и наши слова к Всевышнему, я думаю, что изменится все, так как многие просят его об этом. Но я бы предложил, знаете что, я бы предложил помолиться за тех людей, которые считают себя больше всех, выше всех, лучше всех, умнее всех, да, которых называют, которые приобретают какие-то националистические взгляды в своей голове. Помолиться за них, чтобы они встали на путь истины, чтобы они поняли, что войной, убийствами и насилием никогда не выстроишь новый мир, никогда не сделаешь что-либо хорошее. Давайте помолимся за этих людей и пожелаем, чтобы они изменили свое мышление, свои взгляды, чтобы они встали в ряды, чтобы они встали в ряды нормальных людей, чтобы они свою энергию, силу, творчество, таланты, чтобы они посылали и развивали только лишь на добро, на мир, на то, чтобы они были полезны обществу и друг другу. Оставь камеру, пожалуйста. Это серьезная тема. Я бы вообще хотел это, может быть, снять без этой малышки. Но давайте не будем на такой вот серьезной, грустной ноте, может быть, да, заканчивать наше видео. А подмигнем нашим кошечкам сегодня. Их тоже их день. Вспомним про верблюдов, может быть. Ну и, конечно, помолимся за мир. Уважаемые наши зрители, до завтра.
Скажи что-нибудь хотя бы. Сегодня ты целый день молчишь. Сейчас ты телефон схватишь, и что дальше будет? Скажи всем привет или всем пока хотя бы. Ну, рот тогда открой, так скажи. Да, поцелую. Ты боже мой. Да, поцелую, все. Всем пока-пока, до завтра. Вот мы сняли ролик, не было камер. Девочка села спокойно, начала сидеть. Как камера включается, девочку не узнать. Девочка, девочка, ты будешь себя вести, когда камера работает, как леди? Ты же хочешь Оскара получить или как? Иди, 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 иди. Иди. Дверь открыта, можешь выходить. Иди, иди. Иди, я тебе говорю. Иди. Иди, иди. Что, неприятно, да? Да. Не хочешь идти никуда? А когда видео снимаем для всем, чтобы для всех, чтобы привет передать, как ты себя ведешь? Иди давай, иди. Если хочешь. Куда ты там торопишься? Еще скажи, что драться будешь? Вот так и живем. Видео мы не любим снимать. Дай поцелуй. Дай поцелуй. Дай поцелуй. Дай поцелуй. Дай для всех я тебя поцелую. От имени всех поцелую, поцелую. Поцелую, моя девочка. Я тебя жду. Опять кто-то идет, интересно, да?